шубха, сомнение тахлида и сомнение следования за стопами своих отцов, является крепко утвердившимся в сердцах множества людей, которые живут на земле. И это мы видим сегодня. Если ты приходишь, допустим, что к узбекам, или казахам, или к таджикам и так далее, и приносишь им религию, которая не соответствует традиции их отцов, то они тут же начинают обвинять тебя, что ты принес им другую религию. Мы не знали такой религии, которую ты нам принес. Ты учился в Саудовской Аравии, ты учился у арабов, ты нам принес арабскую религию. У нас есть своя религия, традиционный ислам. Что значит традиционный ислам? То есть у татаров свой ислам, у таджиков свой ислам традиционный, не такой, как у татаров. У узбеков свой ислам, не такой, как у таджиков. У казахов, соответственно, также свой, у туркменов свой, у чеченцев еще свой, у дагестанцев свой. То есть получилось, что на этой земле сотни исламов различных. Это не одна религия, которую не спасал Аллах для всех народов и для всех времен, которая является годной до самого суда.